Ребятки, всем привет-привет. Так, вы мне скажите, пожалуйста, как связь, если будет тупить, я подключу Wi-Fi, потому что что-то у меня 3G только. О, все. Привет-привет. Так, ребят, я вернулась, я подключила Wi-Fi, и сейчас будет все нормально работать. Все, связь появилась, все хорошо. Зависим, пишет. Зависим. Смотрите, что мы сегодня увидели. Я просто обалдела, когда я это увидела, если честно. Видите фотку? Это прикол просто. Сидели две девчонки, как будто из 2000-х годов. Сверху написано «Семя-спускатель». Они болтали и сидели пятой точкой на снегу. Смотри, как можно делать. Знал? В общем, ребят, я не знаю, теперь вот так. Все, я вернулась к вам. Как дела? Дела хорошо? Мы сидим в кафешке, как будто в Венеции, да? Сидим в кафешке, кушаем. А сейчас покушаем, и я пойду встречусь кое с кем. Я, кстати, делала опрос в сторис, с кем встречусь. Вам меня слышно, если я так говорю, негромко? Кстати, у меня очень много вопросов, почему у меня такие большие глаза. У меня такие большие глаза, потому что я сделала блефаропластику. И теперь они в моем естественном размере, наконец-таки. Слышно, да? Отлично. Ну, давайте, может, по вопросикам пройдемся. Что, кушать будем? Супчик заказали. Почему снимаете квартиру, если у вас есть своя? Нет своей, иначе бы не снимали. Будет своя, снимать не будем. Все же логично. Как вы зарабатываете? Мы работаем. Сегодня у нас была встреча как раз по работе. Просто если мы не рассказываем вам все по поводу работы, мы просто не хотим засорять вам голову на самом деле. Вы видите нашу жизнь в Инстаграме. Я думаю, вам куда приятнее наблюдать просто счастливых и веселых людей, нежели я буду вам засорять голову по поводу того, что вот у меня сегодня встреча на эту тему, а вот сегодня на эту тему. Домашние дела, честно, делать не успеваю вообще. Ну, то есть вчера я пожарила картошку, и я поняла, что это был мой максимум. Ну, максимум там я могу еще быстро такую какую-то уборку на столе убраться, либо еще что-то. Кстати, тушь я купила вообще в Ашане. Вивьен Сабо фиолетовая. Офигенская, она мне так понравилась. Губы не делала. Ну, давно. Сдула и снова надула. Так это фильтр сейчас. У меня меньше губы. Ну. Так. Вон, видите свои губы? Без фильтра. А вот так с фильтром. О, спасибо. Привет. Спасибо. Сейчас будет 3 минуты, карбонара 5. Супер, спасибо большое. Сезарь через 3 минуты, карбонара через 5. Так, у меня тут супчик. Ребят, простите, но я буду есть с вами. Я дико голодная, просто. Очень есть хочу. Хорошие губы. Ну да. Ты спросила в сторис, чего не очень охота видеть в юхах. Кривляния и танцы не очень интересны. Все-таки 30 лет. Слушайте, ребята, мне просто... Спасибо, приятно. Просто мне кажется, что, ну, кривляния и танцы... Ну, я так просто живу, на самом деле. Я танцую с утра. И даже если мне 30 лет, это не значит, что я должна закрыться в консервную банку. Суп куриный обычный. Ну, как бы, мне еще даже 30 на самом деле нет, мне 28 пока.
Вот. А кривляние. Ну, блин, я тоже так прикалываюсь, угораю постоянно. Вот сегодня, например, мы вышли со встречи. Это было очень забавно. Я вчера забыла зарядку. Сегодня я без зарядки. Мне поставили телефон на зарядку. Я забыла телефон, когда выходила из офиса. Потом вернулась в офис обратно. Забыла сумку. В общем, танцы вам нравятся, я вижу. Больше в сторис ухода за собой. Без проблем вообще. Я забыла сумку и стояла там, угорала на весь офис. Поэтому кривляние, ну, как бы я так реально живу. Просто вам этого особо не показывали, когда мы были на проекте. Работаешь где? Или работаю, конечно, танцуй, танцуй, на вас приятно смотреть. Второй раз спрашиваю, что за помадка. Никакой помадки, это фильтр. Вот, видите? Вот. Помадки нет. А, хотя что я вру, есть помадка. Сейчас покажу. Это карандаш. У меня с собой. Вот он. Вот этот карандаш офигенский. Вот он, from Mars. Вот, видите? Цвет. А номер цвета 006. Вот, 006. Сейчас я вам поверну камеру, покажу. Вот. Промар 006. Спасибо. Вот такой вот карандаш. Он на самом деле офигенский. Очень подходит мне по цвету. И он прям кайфовый. Цена вообще что-то там, блин, 150 или 200 рублей, что-то такое. Я вам, кстати, скоро выложу, где я покупала. О! Тушь Vivienne Sabot купила в Ашане за 300 рублей. Фиолетовая. Офигенная. Где работаешь? Ребят, работаю над развитием личного бренда. Назовем это так. Поедем ли куда-нибудь на моря? Ну, слушайте, явно не на Сейшелы. Да, я из Ростова, Катя, правильно. Тебе менеджер не нужен? Напиши мне в директ. Почему на мои вопросы не отвечаешь? Ну, видимо, не увидела. Приятно, кстати, спасибо большое. Никого не слушай, ты совсем другая стала с Лешей. А такая девочка-девочка, никогда не думала, что человек может так круто поменяться. Спасибо большое, это очень приятно. Эфир сохраню, да, хорошо. Такой глазастик стала. У меня с самого детства очень большие глаза. Очень большие, вот такие вот прям шары огромные. Но из-за того, что начала нависать века, они, естественно, стали меньше по размерам. Но сейчас все ок. Кольцо вот. Это правая рука. У вас зеркальное отражение. Приятного аппетита, спасибо. Я просто, как обычно, блин, с вами болтаю и ем. Бальзамы покупаю не в масс-маркетинге. Ну, вот для волос, если имеете в виду. У меня определенная фирма, которой я уже много лет пользуюсь. О, мне написали из Мегафона, из поддержки, что починили мне интернет. Так, ладно, ребяточки, у меня не так много времени. У меня сегодня в сторис много интересного, так что обязательно смотрите сторис. И вообще мне очень важна ваша реакция в сторис. Ваши ответы на вопросы, я их не просто так задаю. Мне очень важно. И также ваши реакции. Реагируйте на то, что вам нравится, чтобы я понимала, какой контент для вас снимать. Я буду понимать, что вам нравится. Муж, вот он. Муж, тебя ищут. Он в ТикТоке, да, там что-то выкладывает. Все, ребятки, давайте пока-пока. Быстро покушаю. И потом в сторис с вами встретимся снова.